Всем привет! С вами я, Никита. И сегодня у нас будет обзор вот этого вот ZILA 130. Итак, сначала, я думаю, надо покрасить его в кабину в более красивый цвет. Например, мы можем поставить вот такой цвет. Он очень красивый. Мне нравится. Итак, сейчас мы на этом ЗИЛе сначала попробуем проехаться по хорошим дорогам, а уже потом по плохим. На полигон, я думаю, нам ехать нет смысла, потому что он разгоняется медленно. Итак, сейчас мы поедем в сторону Москвы. Шоссейных дорог, километры судьбы намотались на ось. Трасса петляет, как жизнь, верстовые столбы до мельканья полос. В тесной кабине дымок махорочки, дизель ругается в тихомолочку. У этого ЗИЛа еще есть такая особенность, что когда переключаешь передачу, надо приотпустить газ, чтобы эта передача нормально воткнулась, иначе стрелка оборотов будет трястись. Сейчас мы посмотрим на управляемость ЗИЛа. Она, конечно, у него не очень. Ну и в реальной жизни на ЗИЛе нет гидроусилителя, поэтому руль поворачивается очень медленно. Я думаю, что мы попробуем на этом ЗИЛе въехать в горку. Когда на нем едешь в высокую гору, то надо втыкать третью, а может быть даже и вторую, чтобы он вытащил. Вот видите, сейчас я включил пятую передачу. На ней он вообще едет плохо. На пятой передаче можно ехать только с горы. А сейчас в гору, и поэтому, смотрите, даже на четвертой он еле тянет. Я включаю третью. И вот на третьей он уже вытягивает. Ну, давайте его попробуем на плохих дорогах. Итак, вторая часть нашего видео. Это ЗИЛ на плохих дорогах. Сначала попробуем экстремальное бездорожье. Ну вот смотрите, пока сильно... Кочек нету, и он нормально, достаточно мягко проходит неровности. Вот смотрите, его даже почти не трясет. Если сравнить с тем, как подкидывала УАЗ, он вполне нормально едет. Но КамАЗ, кстати, еще мягче. На него тоже, я думаю, будет обзор. Кстати, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Напоминаю, 5 лайков и выходит следующее видео. 15 лайков выходит эксклюзивное видео. Ну и также не забывайте писать комментарии. Это мне тоже очень нравится. Я под каждым комментарием поставлю лайки. И обязательно отвечу на ваши вопросы. А еще в этом видео будет пасхалка. Кто ее найдет и поставит
время в комментариях, на которой она находится, тому будет приз. А какой, я уже скажу потом. Итак, вы видите, как он мягко проходит такие неровности. Попробуем и другую дорогу. Поедем в тот автосервис, в котором мы получали BMW. Как вы помните, мы здесь уже ехали на УАЗе. Подвесочка все отрабатывает, все отлично. Река Камчатка, как раз мы по ней тоже ехали. Как хорошо я подобрал передачу. Едем за этой Нивой. Попробуем ее даже обогнать. И да, это у нас получается. Нормально подвеска отрабатывает. Тоже достаточно мягко. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Ну вот, мы уже видим автосервис. Кстати, хотел извиниться, в прошлом ролике BMW была с кузовом E60, а я сказал E90. И вот она, наша BMW. Кстати, я сейчас на BMW поставил новые колеса и планирую ее еще прокачивать. Я обязательно покажу в одном из видео, где эти колеса и прошивку можно поставить. Итак, вот она, BMW. Я вам ее сразу покажу. Колеса называются 20-е Уоссены.
Еще я хотела бы порекламировать канал моего друга Саши Вахонина. У него есть канал «Разнообразный Александрос». Мне очень нравится этот канал. Там интересные рассказы, красивые рисунки. И вообще очень интересно. Можете заходить.